Два балла бойца с красным пальцем. Балл бойца с синим пальцем. За ними готовится Ваганов Жук. Балбайте с синим пальцем. Кстати, держали мать с синим пальцем. Десять секунд. Балл синему, наверное, в корпус. 15. 20 секунд защитного держания. Два балла бойцу с синим поясом за полное удержание. Активность красная. Балл бойцу с синим поясом. Активность бойцу с синим поясом. Пойди, выходи, Никит, перекати. Балл бойцу с синим поясом. Руки сразу добавлять надо. Да. Синему. Что ты плевой? Стоп! В этой встрече за время 3 минуты. Никита, работай, поработай тоже. Что ты зажался? Болевым приемом. Победа держал, молодец. Синим поясом занял третье место. Работа. На ковер приглашается Фоминых Кирилл, Соловьев Павел, Легачев Валерий Ильин, Минаев Илья. Проводил ответ. Я на солнышке снял. Там пробили, меня просто Матвеев. Никита, работать надо, что-то стало. Судья Матвеев, Илья. Не надо. Ответ вот здесь. Представляем бойцов. Боец красных поясов, Фоминых Кирилл, боец синих поясов, Слава Соколов Павел. Приготовиться в один удар. Руки держи, Денис. Соедини два удара. Слышь меня? Никита. Никита. Два удара. Балл бойцу с красным поясом. Стоп. Боец с синим поясом, капу, здоров. Вы же нас теперь будете вещать. Так, защитник. Балл бойцу с красным поясом. Стоп, не встречи. В этом бою упал победа держал моя сестра.